Погодные условия нынешней зимы как никогда обманчивы. Утром греет солнышко и температура часто на несколько градусов выше нуля. Однако ночью бывает небольшой минус, что приводит к образованию гололеда и гололедицы. А значит, скользкая дорога и плохие условия передвижения водителям транспортных средств обеспечены. Автодорога М1 – магистральная трасса, которая является основной транзитной артерией в Беларуси. Через нее проходит транспорт из стран Евразийского региона, Украины и Евросоюза. Водителям необходимо доставить груз в определенное место и в определенный час. Поэтому, чтобы успеть к назначенному времени, они нередко превышают допустимый скоростной режим или совершают неоправданный обгон на свой страх и риск. Проведение профилактического мероприятия связано с тем, что на территории нашей области происходят дорожно-транспортные происшествия именно на автодорогах республиканского и местного значения. И основная причина данных аварий – это либо превышение установленной скорости движения, либо выезд на полосу встречного движения, в результате которого происходят лобовые столкновения. Что касается статистики, то в 2019 году лобовых столкновений на территории Брестской области произошло 35, в результате которых 5 человек погибли и 51 человек получил травму различной степени тяжести. Статистика неутешительна. 54 дорожно-транспортных происшествия произошло по вине водителей, нарушивших скоростной режим. В этих авариях 14 человек погибло, 59 получили травмы. По причине необоснованного обгона произошло 11 ДТП, которые унесли жизнь двоих людей, еще 13 получили травмы. У нас ограничение стоит, и просто смотрим по ситуации. Можно обогнать или нельзя, успею, не успею. Ну а легковой транспорт, например, бывает ли, что создает вам какие-то опасные ситуации на дороге? Ну, в Беларуси это редкость бывает. Редко, бывает, да? Но редко. В основном, вот, кто постарше, уже на скорости это не давят никто, уже нормально все ездят. А молодежь еще все-таки придавит. Сотрудники госавтоинспекции напомнили участникам дорожного движения, которые следуют транзитом через Брестскую область, о правилах дорожного движения и безопасного поведения на дороге, а также вручили памятки и световозвращающие элементы. Хотим вам вручить памятку такую. Почитайте, чтобы были... Стараемся не нарушать. От нас памятка, как раз тут статистика о аварийности за 2019 год. Тут есть цифры по обгонному опережению, маневрированию. И еще хотелось бы вам вручить светоотражающий элемент, который нужен каждому человеку на дороге, потому что будь вы водителем, выходя из автомобиля, становитесь пешеходом. Спасибо. Акция «В зоне внимания. Транзитный транспорт» будет продолжена. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.